Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы поедем на работу. Вчера вечером мы получили на электронную почту нашим отказ на квоту ЭВП. Почему они нам отказали, мы точно не знаем. Завтра мы ехать до ФМС и попробуем продлевать наш статус временного убежища. И я попробую позвонить на прямую линию. Да, президент, ну, я точно не знаю, что там сказать, но я попробую это. Спасибо за ваши позитивные комментарии и ваши переживания от нас. Это точно поможет для нас. И спасибо от сердца. Да. Also, liebe Freunde, wir sind gerade auf dem Weg zur Arbeit. Gestern Abend haben wir per E-Mail eine Absage auf unseren Antrag für den RBP-Status erhalten. Warum sie uns abgesagt haben, wissen wir auch nicht. Wir werden morgen zur FMS fahren, unseren Antrag abgeben, also auf die Verlängerung für unseren Status Bärschenze. Und ich werde auch versuchen, auf die gerade Linie, oder wie das genau heißt, von dem Präsidenten anzurufen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das geht und was man da sagt am besten, aber ich werde es versuchen. Auf jeden Fall freuen wir uns über jeden Ihrer Kommentare, Ihre Besorgnis um uns. Das ist wirklich ein guter Halt. Wir danken euch wirklich vom Herzen für jeden Einzelnen von euch, der uns aktiv dabei unterstützt, dass wir hier vorwärts kommen. Gott segne euch. Пока. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы поедем на ФМС. Да, продлеваешь наш статус беженца. Всем привет. Привет. Папа на бухака. Привет. Да, посмотрим, как будет дальше. Ein schwer Beschäftigten. An dem rauscht die Erde vorbei. In Lichtgeschwindigkeit. Und hier haben wir den Rest. Der. Musst du was sagen dazu? Schaust mich stürmen. Wow. Naja, es passiert das auch, aber. ЭВП-документы, и он спросит, почему мы не выдавали документы для ЭВП. Я сказала, что все сделаю. И сейчас он, наверное, даже не спросит, кого знает. Хай, это была пантомима. Hi. Kinder aufnehmen. Dich aufnehmen. Die Eltern aufnehmen. Das Zimmer aufnehmen, wo wir rein ist. Schaust mir bitte nach FMS. Отдать наши документы для продлевать наш статус беженца. Мы сейчас получаем справку. И через месяц мы можем ехать до Калуга забрать наш статус беженца. Пока сейчас не знаю слов. Да. Сейчас пришло. Мы ждем один час. И он всегда... Сюда. И спросит здесь, спросит это, и решает нету. А сейчас он и решает нам справку того. Так. Also, jetzt waren wir bei FMS, haben unsere Anträge abgegeben auf die Verlängerung für unseren Asylstatus. Hat ziemlich lang gedauert, eine Stunde. Er ist immer hin, her gelaufen. Er wollte
halt immer wieder nachfragen, wie das mit uns läuft. Und jetzt haben wir eine Sprache erhalten und innerhalb von einem Monat können wir jetzt nach Kaluga fahren und die Verlängerung unseres Asylstatus abholen. Okay. Привет, дорогие друзья. Сейчас мы попробуем позвонить до прямо линии до Владимира Владимировича Путина. У меня вот здесь мой текст, который я буду сказать, если у меня слова не хватает. Also jetzt werde ich versuchen, auf die gerade Linie zu Putin anzurufen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe mir meinen Text parat gelegt, falls ich Wortfindungsschwierigkeiten habe. Das kommt vor. Ja, einfach probieren. Звонили в редакцию программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Звонок бесплатный. Если вы хотите задать видео вопрос президенту, вы можете скачать специальное приложение «Москва Путину» в Apple Store, Google Play или на сайте москва-путину.ру. Если вы по-прежнему хотите задать вопрос президенту по телефону, назовите свою фамилию, имя, отчество, город, из которого вы звоните. Задайте свой вопрос после звукового сигнала. У вас есть одна минута. Здравствуйте, меня зовут Доминика Грисбах, я живу в Калужской области, город Малоярославецкий. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, я и моя семья приехали из Германии в 2015 году, чтобы защитить наших детей от ювенальной юстиции в Германии, Jugendamt. У нас такая ситуация. Мы живем уже 5 лет в России, то с тех пор не можем получить вид на жительство или другой статус в России. Пожалуйста, помогите нашим семье получить этого статус и оставайтесь в России. Только в России можно правильно, морально воспитать наших детей. С уважаемым Доминика Грисбах. Schon im Display. Спасибо. Ваш вопрос записан. Ja. Hat alles geklappt. Тяжело. Ну, я верю, что это все понятно тебе. Очень тяжело вообще. Ну, все понятно, что там сказать. И что я буду в стиле? Ну, это вообще очень-очень сложно для меня. У меня нервы. Я не придумал, это просто такой электронный звук. Я придумал там, по-моему, человеком сажу и спросить немножко меня. Да. Надо подождать. Верующий сильно. Да, все. Благословит вас Бог. Спасибо вам. Пока. Пока. Deutsch? Ja, es war sehr schwer. Ich war sehr aufgeregt. Ich habe nicht mit so einer Art Anrufbeantworter gerechnet. Ich habe eher gedacht, da sitzt noch jemand, der mir Fragen stellt. Ja, schauen wir mal, hoffen wir auf das Beste. Gott segne euch alle. Danke und пока. Привет, дорогие друзья. Сегодня мы будем вам покажу, какой эквипмент вам за такой тюнинг надо. Просто скотч, такой металлический, и такой болт, или такая, не знаю, больше для этого не нужны. Also, hallo liebe Freunde, heute wollen wir euch zeigen, was man für dieses spezielle Tuning braucht. Das ist so ein Metallklebeband und so ein Metallstiftbolzen. Mehr braucht man dafür nicht. Для нашего проекта, собственно, действенно и использование, мы будем объяснить вам в другой видео. После окончания тестов, как это работает, мы будем принять другие идеи и оптимизации с проектом. Мы надеемся на хорошие результаты. Пока. Also, dies ist das Equipment zu unserem Projekt. Die Wirkungsweise und die Benutzung werden wir in einem extra Video erklären, nach Ende der Tests. Wir werden weitere Ideen natürlich zur Anwendung bringen, um das Projekt weiter zu optimieren.
Und wir hoffen natürlich auf ein gutes Resultat. Auf Wiedersehen! Mit dem Poranka am Stadtverkehr. Das ist Poranka, Mann, ne Gott. 80 Grad. Und wo ist denn dieser Grad? Da kann man das. Das ist Temperatur. Temperatur bei Ocker. Stadtverkehr. Busseltunik. Begorot. Wie jedem Narabot. Ja. Waschna, это вижу Temperatur, die будет больше, чем до этого. Она встает ниже. Vorher mussten wir diesen Berg schalten. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also diesen Hügel mussten wir vorher schalten im dritten Gang. Wir fahren jetzt im vierten Gang. Da ist es nur angetippt. Also die Leistungssteigerung ist da. Die kann man spüren. Ich gucke schon an. Die Temperatur unter Last. Ups. Aber nicht, ist nicht. Wir fahren unter Last. Berg hoch und schalten. Und Gas ist nur angetippt. Normalerweise würde jetzt schon kochen. Also nicht mehr schalten so viel. Schon zum Amufter. Also man merkt das. Leistungssteigerung ist da. Steigt unwesentlich. Toll. Erster Test. Toll. Ich bin begeistert. So, das ist Temperatur. Schön schwer beladen. Die Maschine.